Новый детский сад в хуторе Воскресенском подключили к электричеству. Для обеспечения работы электросетей детского учреждения юго-западным филиалом Россети Кубань установлены две блочные комплектные трансформаторные подстанции и построены две воздушные линии электропередачи. Напомним, что строительство данного дошкольного учреждения осуществляется в рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Содействие занятости женщин в создании условий дошкольного образования для детей в возрасте до 3 лет». Общая сумма финансирования объекта составляет порядка 100 миллионов рублей. Сейчас ведутся завершающие работы на территории. Образовательная организация рассчитана на 140 мест.